Вот это подойдет? Пожалуйста. Премьера в 21:00. Александра Бортич. Садитесь. Зачем? Григорий Антипенко. Но я нашел ее. Сергей Горобченко. Девку надо похитить. Кулон из нее надо выбить. Екатерина Климова. Говорят, обзавелся личной переводчицей. Ну и как она? Главное уехать туда, где нас никто не знает. Поменять паспорта, начать новую жизнь. Сергей Шакуров. Хочу, чтобы вы помогли мне вернуть изумрудную коллекцию. А почему мы здесь остановились? Где мы? Тут я вынужден вас оставить, моя дорогая. Мой вам совет, не сопротивляйтесь. Торгсин. Скоро. На канале «Россия».